Среди тех, кто в Новый год входит с новыми чувствами, эмоциями и подарками, воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Веда». Сегодня в его стенах учатся 76 особенных ребятишек. Их жизнь яркими красками наполнена не всегда, а знакомиться с новыми друзьями, общаться и развлекаться хочется гораздо чаще. Канун праздников – самое время для этого. Детки особенные, но они так же, как и обычные дети, радуются праздникам, ждут подарков, ждут сюрпризных моментов каких-то. И добрые люди нашего города это помогают осуществить. Наши дети получают не только подарки, но и возможность в новогодних представлениях участвовать. Каждая положительная эмоция – это капелька здоровья, вливающаяся в организм ребенка, чтобы каждый особенный ребенок смог получить не только традиционный набор конфет, но и самые любимые атрибуты торжества – игрушки. Вооружившись подарками, к ребятам в гости пришли волонтеры Брестского государственного колледжа связи. К выбору подарков учащиеся колледжа подошли ответственно, учитывая индивидуальные особенности ребят. Но мы надеемся, что хоть маленькую радость мы им подарим. Есть такие хорошие слова, не помню, кто автор. Твори добро, нет больше радости, и жизнью жертвуй, и спеши не ради славы или сладости, а для спасения души. Творить добро – это очень хорошо помогать детям, потому что они маленькие, им тоже хочется какой-то радости в такой праздник. Это история о тех, кто особенно нуждается в заботе и внимании, и о тех, кто дарит добро и помощь, ничего не требуя взамен. Визит волонтерского отряда Брестского колледжа связи в центр «Веда» первый, но ребята утверждают, что это только начало.